Маслята староватые, а вот сырых груздей много. Их, конечно, отваривать надо. Отваривать. Ну, попробуем. Не бегать никуда. Эксперимент. Сырыми груздями. Вот такие вот мохнатенькие, но горькие. Поэтому их по-любому отваривать надо. А маслята ведь старые, хотя в принципе. Это все сырые грозди. Вот их тут. Сейчас ведро нарежу, чтобы время не терять. Вот такие красоты маленькие. Ёлки. Неудачно. Год какой-то ненормальный, ничего выдался. Рыжики уже есть. Сейчас срежу. Потом соберу. Да, тут же красноголовники, тут же рыжики. И там вот еще ямка есть, метров 10. Ну, ведро будет, наверное. Пройти не дает. Были бы все большие, может, брать бы не стал. Но вот такие маленькие грибочки, конечно. Рядом с рыжиками растут и грузди сырые. Буквально рядом. Да, старый, наверное. Ой. Волнушки не нужно. Тут же рядышком. И другие грибы. Ах.
Да. Есть, конечно, переростки. Рядом вообще-то молоденькие. Ладно. Проверим. Найти бы их груздей. Ну, рановато. Так. Помоложе, поменьше. Так, ну, не будем. Эх, красотульки, красотульки. Манатки. Ну вот, тут же и рыжики. Красавец. Ну вот, задача выполнена. Ведерко набрано. Так, эти уже брать не будем. Не будем. Тут можно косить их и косить. Вот этот вот еще молоденький возьмем. И все. Поеду проверю место, где красноголовики были. Грибную охоту я закончил. Ведро сырых груздей, ведро рыжиков и пол ведра маслят.